Самая большая проблема заключается в том, что вы не можете себе ответить на вопрос, почему вообще вы должны зарабатывать деньги, почему вы должны состояться, почему вы должны вообще кем-то стать в жизни. Кто вы такой? Вот задайте себе вопрос, чтобы вы были не такой, как все. Вы задавали себе вопрос, что 90% населения реально это серая масса. Что значит серая масса? Это не значит, что это какие-то плохие люди. Это просто люди, вот, которые живут там от зарплаты к зарплате. Это люди, которые там раз в год могут себе позволить поехать куда-то отдыхать. Это люди, которые там раз в 5 лет, или там раз в 7 лет, или там раз в 3 года могут себе позволить поменять какую-то новую машину. То есть это по-простому, ну, масса, да, это большинство людей. И есть вот энное количество людей, да, неважно, это там 5% населения, 10% населения, которые не такие, как все. Первый вопрос, который вы должны себе задать, это почему я не такой, как все? Что вас отличает от других? Вот просто ответьте на этот вопрос. Почему? И что меня отличает от этого большинства людей? Я могу ответить про себя. У меня абсолютно нет никакого стеснения. Первое. Я никогда не хотел быть как все. Поэтому в любых бизнесах, в которых я был наемником, я уходил. Даже в свое время мне задавали вопрос о моем глупом и опрометчивом поступке, когда я отказал Стивен Коуэн. Это было в 2006 году. Да, кто-то называет это какой-то глупостью, кто-то называет каким-то опрометчивым поступком. Спрашивают меня, жалел ли я. Но вы знаете, когда я понял, что я просто буду тупо рабом, да, я мог заработать большие деньги, я не смог себя пересилить для того, чтобы стать где-то у кого-то рабом и по-простому потерять внутри себя. Поэтому я все равно пошел более тяжелым путем. Я очень доволен своей жизнью, то, что я пошел другим путем. Вот первое, что вы должны себе задать вопрос, почему я не такой, как все? И ответ типа, там, я выгляжу по-другому, там, у меня лицо другое, у меня не может что-то другое быть. Да? Задайте себе вопрос, почему вы не такой, как все? Когда вы сможете ответить себе на вопрос, почему вы не такой, как все, вы должны задать второй вопрос. Почему у меня должно получиться? Почему вы считаете, что у вас должно получиться? Я могу ответить, почему у меня получилось. Потому что, первое, я был не такой, как все. И второе, я делал те вещи, которые другие не делали. Я приходил на работу каждый день в 4:15 утра. И когда меня спрашивали, почему ты приходишь на работу в 4:15 утра? Рынок ведь открывается в 9:30. Я приходил и говорю, потому что я должен быть готов. Я не такой умный, как вы. И мне нужно больше времени. Каждый раз, когда вы будете себя считать умнее других или лучше других, вас система будет накрывать. Система абсолютно не прощает таких ситуаций, когда вы считаете себя лучше и сильнее других. Через 2 года, 98-99, в 2000 году я стал номер один в компании. Первое. Я никогда ни на кого не обращал внимания. Второе. Мне было абсолютно безразлично, как торгуют другие. Третье. Мне было все равно, кто сидит рядом со мной и то, что он делает. И четвертое, я никогда не оглядывался. По одной простой причине. Если вы посмотрите Хусейн Болт, да, это самый быстрый легкоатлет вообще современности, да, бегает, по-моему, 9:54, 100 метров. Когда ему задавали вопрос, он сказал, а мне абсолютно безразлично, кто бежит рядом со мной, тигр, там, пантера, лев или просто ну, какие-то спортсмены. Я смотрю только вперед. Все. Вот это самое главное.